Извините, я вот наблюдаю, да, за подсчетом голосов, но мне не дают галочку посмотреть. Хотя в Конституции, в Конституционном законе о выборах говорится, что наблюдатель имеет право видеть галочку. Если вдруг это не делается, прокомментируйте как-то это. Либо я буду писать заявление, обращаться в прокуратуру. Вы игнорируете, да, мою просьбу, мое обращение? Члены комиссии. Вы игнорируете мою просьбу, мое обращение и замечание? Хорошо. Я не вижу. Вы не считаете сейчас? Можете подвинуться, если вы не считаете, чтобы я видел? Все, вот теперь можно. Ну вот я не вижу третью, четвертую, пятую, шестую галочку, я не вижу. Я не вижу, пожалуйста. Ну так, нет, так и должно быть, это по-честному. Ну не всегда, честно. Так нельзя, да, вы должны вообще сидеть, вы должны. Нет, не должны сидеть. Мы не должны сидеть. Еще выше. Выше. 227. Можете сразу в конверт положить, чтобы оно не мешало, да? Хотя бы так. Дайте веревку, что-нибудь дайте. Белая бумага.
Хотя бы скрепка, бармак, краб, что-то такое. Мы тебя ничего не видели, мы тебя не читали. Мы же тебя читали. Не, ну вы же должны присутствие нас читать, понимаете? Мы же должны видеть. Зачем мы здесь тогда находимся? Вы же смотрите, как мы читали. Закон. Не вмешивайтесь. Я знаю. Избирательный процесс. Я не вмешиваюсь. В избирательный процесс я не вмешиваюсь. Это подсчет голосов. Процедуру подсчета голосов. Я не вмешиваюсь в процедуру. Вы просто не соблюдаете процедуру подсчета голосов. Я делаю вам замечание. Если вы не согласны, давайте будем в судебном порядке оспаривать это. У меня есть доказательства, в том числе видео. Я не усугубляю. Просто я должен удостовериться. Раз я наблюдатель, я должен наблюдать и видеть. В чем смысл? В чем смысл тогда наблюдения? Доверенные лица и наблюдатели, присутствующие при подсчете голосов, наблюдают за подсчетом голосов на расстоянии и в условиях, обеспечивающих обозримость отметок бюллетеней. Вот. Вы не делаете нам такие условия. Создайте. Это можно. Да, это можно писать. Это мы видели. Пожалуйста, следующие, кого будете считать, давайте здесь, потому что там мы не видим ничего абсолютно. Вот это можно опечатывать, да? Вот мне. У нее же есть. Это статья 43, подсчет голосов на избирательном участке. При подсчете избирательных бюллетеней председатель комиссии или определенный член комиссии показывает присутствующим избирательный бюллетень и оглашает его заявление. Никто не оглашал. И вот конкретный закон. Исполняйте его, пожалуйста. Вы будете любезны тоже исполнить. А? Вы будете любезны. Ну, я исполняю. Свои. Ваша функция мала. Да, просто наблюдаю. Вам по закону. Постойте, вы зачем это делаете? Мы это не видели, никто его не оглашал. Госпожа председатель, мы призываем вас соблюдать закон Республики Казахстан. Он общий для нас всех, это общее наше дело. Давайте соблюдать закон, пожалуйста. Вот мы уже посчитали, а 37. Мы хотим, чтобы вы каждый бюллетень огласили присутствующим. Разгуль Юкен, давайте пересчитаем вот те. Мы не видим. Мы только вот мы пересчитали только за Пасанова. Мы не слышали, как вы объявляли. У меня есть видеофиксация, этого нету на видеофиксации. Это легко доказать. Это очень легко доказать. Каждый бюллетень. Мы не видели это, понимаете? Вы нарушаете закон Республики Казахстан. Мы просто говорим, не нарушайте закон. Процедура голосования, процедура подсчета голосов, вот она расписана. Мы можем вам ее зачитать и напомнить. Статья 43. Подсчет голосов на избирательном участке. При подсчете избирательных бюллетеней председатель комиссии или определенный член комиссии показывает присутствующим избирательные бюллетени и оглашает рассмотрение избирателей. Я не хочу ругаться с вами. Я тоже не хочу. Выполнять требования председателя избирательной комиссии по соблюдению правил поведения. Какие-то... Мы вас сейчас просим. Вы председатель комиссии? Я сейчас без проблем, она сейчас спрашивает. Хорошо, пускай попросит. Вот попросите их, чтобы они следили. У нас
Там всего один раз. Один право. Да, у вас есть право, согласны. И у нас есть право, да. Естественно. Были вообще, ну, считали, да. Вы наблюдали. Мы весь процесс записывали на эту камеру, да. Ну да. Вы даже ладно, не мешать. Просто чуть-чуть осталось. Хорошо, вы идете по сложному пути. Мы вызываем сюда нашего юриста, мы составляем заявление и вызываем сюда прокурора. Угу. Хорошо, звони юристу. Я пока составлю акт. Нормально же работает. Зачем ссориться, а? Я вот просил бы отказаться. Ты ссоришься на принципе? Ты тоже будем на принципе? Зачем? Давайте будем принципиально до конца. У нас есть права, у вас есть права. У нас тоже есть права. Если мешаем работать, выгоднее у нас. Спасибо.
сами говорили, что сейчас доверие населения нет. То есть чем больше информации, тем больше доверие населения. Вы не мешали? Вы мешали, но предельно вы готовы. Каким образом? Потому что вы не считали так, как этого требует закон Республики Казахстан. Вы не считали так, как вы хотели. Нет, не, это не я так хотел. Есть буква закона. Хорошо. Я пишу уже. Вы тоже можете писать. Целый день это сидели, все в холоде, работали. Вы в таких же условиях сидели, как и вы. Да, 86, 2 и 24. Нам сказала мама, погашенная.